Что-то интересное мне показалось в том, как они вели себя на церемонии бракосочетания. Вы на канале «Кинетический интеллект». Меня зовут Михаил Дементьев. Я эксперт по невербальной коммуникации, языку тела, профайлер. Татьяна вроде бы пока спокойно, уверена, еще бы она делает это в третий раз. Очень много волнения. Что для вас в этих глазах? С момента того, как они вот отсюда поднимались, смотрите, вот с этого взгляда нет контакта между ними зрительного. Она фактически убегает. Очень странно. Какие нежные и заботливые касания рук Татьяны у Валерия. Очень мягко здесь поддерживает эту ладонь. Много нервов и у одного, и у другого. И вот эта улыбка, посмотрите, уже гораздо более искренняя. Здесь задействованы мышцы вокруг глаз.